Друзья, хочу сообщить вам о том, что у меня открылся собственный магазин игр ghostshop.com, где вы можете приобрести компьютерные игры по самым низким ценам. Покупай лицензионные ключи с высоким шансом выпадения игр для Steam или Origin. Приобретай игровые аккаунты за низкую цену, и специально для моих подписчиков мы добавили прокачку в GTA Online прямо на сайте. Для тех, кому интересно, лицензионную копию GTA 5 вы можете приобрести у меня в магазине всего за 159 рублей. Не верите? Открывай описание, заходи на сайт и проверяй сам. Приветствую всех, друзья, с вами, как всегда, я, Гост, мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. И сегодня, как вы уже поняли, мы с вами снова будем играть с модом на зомби-апокалипсис. Ну что ж, в общем, как вы помните, примерно неделю назад мы с вами снимали еще одну часть по выживанию против огромных толп зомби. Если быть точнее, по обороне домов от огромного количества зомбарей. Как вы, наверное, помните, в последнем ролике я вам пообещал, что если этот ролик наберет достаточное количество лайков, то я запишу еще одну такую серию. И вот сегодня, друзья, это время настало. Вы набрали огромное количество лайкосов, поэтому сегодня, как вы видите, мы с вами снимаем еще одну подобную часть. Ну что ж, в общем, ребята, хотел бы сразу же сказать вам о том, что сегодня я установил немножко другой зомби-мод, который у нас, как я понял, будет немного хардовее. То есть вы видите, да, это совсем другой зомби-мод. Он, в общем-то, в управлении намного сложнее, и зомби здесь отчасти немного более бешеные. Господи, их хп здесь будет намного меньше, ребят. Короче, это хардкор мод, скажем так, с которым выжить не очень, если честно, и просто. Ну вот, короче, сейчас, друзья, нам с вами нужно будет оборонять одно небольшое местечко. Так, давай-ка я себя отодвину, потому что зомби сейчас будут бежать, в принципе, бесконечно. Они здесь как бы вообще не кончаются, насколько я знаю. Мы с вами сегодня будем оборонять одно вот такое вот местечко, точнее, базу выживших. Эта база сразу же добавлена с этим модом. И, в общем-то, сегодня мы с вами попробуем ее защитить от реально огромнейших толп зомбарей. Посмотрим, что у нас получится, друзья. Если зомби нам будет не хватать, я перезапущу и настрою зомбарей немного больше. Кстати, все осложняется еще и тем, что здесь у нас, как вы видите, нету вообще прицела. У-у-у-у-у! Так, пошел нафиг. Вот этого мне вот не хватало, да, блин? Если нас кто-то ударит, ребят, это сразу же, короче, примерно минус 10% хп. А нам нужно сейчас все эту место изучать. А вообще без прицела, ребят, неудобно. Просто жесть. Будем, короче, потихоньку отстреливать. В общем, ребята, давайте, как всегда, в начале этого ролика сделаем следующее. Вот если вам нравится данная рубрика, если вы хотите увидеть еще подобные эксперименты, где мы с вами защищаем базы от зомбарей, то прямо сейчас ставьте лайкос под этим роликом, ребята. Давайте опять же наберем, ну, 5000 лайков хотя бы. Или как под прошлым роликом, там что-то около 10 косарей уже. Если, ребят, так получится, то я запишу еще более сложный, хардкорный квест с этим модом, который, я думаю, вам безусловно понравится. Капец, вот видите, да, как они бегут? Их тут бежит как бы... Я бы не сказал, что прям огромными кучками, но они бегут, в принципе, бесконечно. И мне нужно как-то выбиваться из этого метро, потому что меня потихоньку начинают туда загонять. Если их будет очень много, они начнут заходить уже вовнутрь. Как только погибнут боты, ребята, которые там внизу стоят, это мои защитники, скажем так, я сразу же, ребята, начну сдавать позиции. Это безусловно. Мне очень неудобно играть без прицела. Я вообще, ребят, не могу. Походу придется пользоваться вот этим маленьким голографическим. Капец. Патроны, кстати, ребята, сразу же предупрежу, у нас не бесконечные. Да, в принципе, как и еда, и вода, которая у нас потихоньку начинает кончаться. Пошли нафиг, блин. У-у-у! Они вот еще и бегающие все, видите, да? То есть в чем проблема? Они могут подбежать просто со спины и ударить очень быстро. Очень быстро, ребята, это происходит. Да, как видите, зомби здесь со всех округ, как говорится, бежит. И нам нужно их с вами, ребята, каким-то образом, блин, сдерживать. Так, окей. Ну, вроде как, пока что все более-менее получается. Но они потихоньку подходят, короче. Мне это не шибко нравится. А, погоди, там что еще внутри, зомбарь? Ой, как ты прибежала, слушай. Капец, блин. Эти чувачки там что, не обороняют нифига? Блин, ну это... Если они не обороняют, то... Это, ребята, будет проблемно. Давайте зомбарей вот этих вот всех постреляем сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп. Они вроде в торс, как я знаю, тут не убиваются тоже. О! Так! Пошла нафиг! Так, отвали! Отвали! Все? Больше нет вокруг нас? Так, хорошо. ХП, ребята, становится все меньше и меньше. Сейчас мне нужно будет спуститься быстренько, перекусить, потому что, как я сказал, этот мод, ребята, хардкорный. Нам тут нужно будет постоянно питаться и пить воду. Да, тем более в стрессовых ситуациях, когда я бегаю и делаю прочие физические активности. Так, давайте, если кто не помнит этот мод, ребят, сейчас все быстренько покажу. У нас есть вот такие вот маленькие инвентари. Вообще, классный мод, он появился достаточно раньше, чем тот мод, с которым я обычно играю. Он называется Simple Zombie, этот называется The Long Winter, кому интересно. То есть долгая зима. Вот, он появился намного раньше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Куда столько? Так, вот теперь будет, ребята, сложновато, я так понимаю. Капец, вот это не очень хорошо на самом-то деле. Сейчас придется их вот тут отстреливать. Ой-ой-ой-ой, капец их там. Ребята, они еще будут спускаться. Я уже играл с этим модом, я помню, что может произойти, если они все решат все-таки побежать на нас. Это будет просто прорыв. Кстати, база еще не достроена, как вы видите. Если кто помнит мои прошлые сериалы по зомби, то, ребята, как вы помните, база была маленько более обороноустойчиво, то есть тут были различные мешки с песком и прочее, что прибавляло, конечно, уверенности в том, что база выстоит. Плюсом к этому здесь тоже была вот такая вот площадочка, которую мы сами выстроили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, короче, было немножко база лучше, конечно. Так, блин, да капец, они со всех сторон начинают бежать. Я так понимаю, что в целом сдержать их возможно, да, на такой сложности. По всей видимости, ребята, мы с вами можем уже поставить сложность немного выше, чтобы протестить, что произойдет именно в таком случае. Мне самому даже интересно, можно будет даже сделать ради прикола ночь, я не знаю, как они будут реагировать ночью, но мне, в принципе, кажется, что будет нечто интересненькое. Давайте прямо сейчас, ребята, так и попробуем, все-таки эта рубрика, она с вами создана для того, чтобы мы с вами и вот и занимались подобными вещами, да. Ну окей, все, давайте будем спускаться. Да капец, опять ударило. ХП вроде как не остановится после перезахода, насколько я знаю. Ох, одна пробежала внутрь. Вы что их не держите-то, блин? В головы стреляете. Чем они занимаются вообще? Вот дураки, а. Небольшая проблема, ребят. Как только я настроил больше зомби, у меня сразу же перестал почему-то выбираться Франклин как главный персонаж. И, в общем-то, я сейчас не могу за него поиграть, к сожалению. Но в целом, ребята, зомби я настроил. И сейчас, я думаю, они в скором времени уже должны будут к нам подбегать. Давайте выстроим атаку для уверенности. Посмотрим, что у нас получится. Так, уже побежал. Блин, как резко выскочил. Я что-то аж маленько это не ожидал. Ну, хотя, в принципе, нормально. Так, вот, кстати, дробовичок, кстати, здесь вообще отлично будет. Я что-то до этого дробовичок не брал, но дробовичок вообще просто самое то, чтобы отбивать вот такие вот толпучки. Ой-ой-ой, а их там, слушай, много, они еще со всех сторон ведь респаются. Я так полагаю, что сейчас будут небольшие проблемки. Да пошли нафиг отсюда, пошли нафиг. Вот так вот, блин. Ну, пока что все, ребята, идет более чем нормально. Мне показалось, ли там реально очень много сейчас зомби было? Мне, по-моему, показалось, нет? Ладно, давайте, короче, будем думать о том, что, ребятки, нам с вами показалось. Потому что я, честно говоря, не хочу, чтобы их там было очень много. У меня просто не хватит патронов, друзья. Как вы понимаете, патроны у меня стоят не бесконечные. Так, спокойно, ребят, надо их убивать, отсюда просто их отталкивать. Потому что если они будут пробегать постоянно к этому месту, во-первых, они тут по лестнице почему-то очень быстро спускаются. А во-вторых, я просто сам не хочу находиться в подземке в случае нападения. База, конечно, она есть, база, да. Но, ой-ой-ой, сколько их там, блин. Пошла нафиг, так. Убили. Быстро перезарядочка. Перезарядочка. Вот так вот. Шикардос, ребят. Давайте отбежим, короче, отсюда. Я не хочу здесь стоять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. По-моему, сейчас будут небольшие проблемки. Да, я прав. Я прав. Они все согрелись на меня. Давай отходить. Отходить от них, короче, потихонечку. Сейчас их вот сюда вот, ребят, отведем. И будем пробовать их застреливать вот уже здесь. Ну, я так полагаю, что они сейчас будут резаться все больше и больше, да? Потому что они, в принципе, вообще не убывают. То есть, по этой округе я сейчас осматриваюсь, пошла, да капец, твою же дивизию, ребят, я, да, шикардос, с перезарядкой, конечно, у меня все плохо, и с точностью тоже не могу стрелять вообще без прицела, вот эти просто стоят, короче, чего-то ждут, мне интересно, чего вы ждете, я же вас просто буду вот так вот отстреливать, да, но все-таки в Simple Zombie, ребята, я сегодня решил это для теста все сделать, Simple Zombie все-таки есть свои преимущества, во-первых, то, что зомби там маленько, наверное, поагрессивнее все-таки, в плане ударов, вот давай, попробуй, дружище, меня ударь. Так, воу-воу-воу, нифига у меня тол... Чего? Откуда она упала? Пошла нафиг. Так, этих сейчас, ребята, достреляем. Вот таким вот образом, все, отлично. Я не понял, откуда ты там упал, погоди. Вас что там? Вы что там, наверху, что ли, что-то делаете? Капец, их здесь, они просто крышу заполонили. Вы что, серьезно издеваетесь надо мной? Че вы на крыше-то забыли? Твою дивизию. Так, вот это уже не очень хорошо на самом деле, ребят. Будем сейчас чистить с вами крышу, потому что их тут что-то реально многовато, я бы сказал. Так, давай, короче, наверное, возьмем сейчас другое оружие. О, господи, почему у меня столько оружия различного? Офигеть, это, по-моему, у меня с прошлого сейва еще осталось, да? Ой, а что я взял за пушку? Ну, такой себе на самом-то деле. Ну, ладно, давайте с ней будем ходить. Прицел, кстати, тоже удобненький, такой маленький, компактненький. Ну, вот, нормально по башкам раздаю с него вроде как. Хорошо. Давайте попробуем залезть наверх, короче. Вот сюда вот. ХП у меня уже, кстати, опять меньше стало. Ну, в принципе, они коцают, да. Мне вот интересно, если вот Simple Zombie попробовать дом Франклин, ребята, охранять, то есть, опять же, толпы зомбарей будут у нас, и мод Simple Zombie.
Мне почему-то кажется, то, что все-таки они нас не прорашат почему-то. Там такие зомби, они могут в это место вообще просто не прийти. Конечно, можно, ребят, попробовать, я обязательно это сделаю, как я уже сказал, ребята, что будет еще одна серия. Это безусловно, если тот мод именно по системе вывезет такое количество зомби, которое я хочу поставить, то мы с вами попробуем. А вот проблема этого мода, также, как видите, заключается в том, что он спавнит зомби вообще везде. То есть их тут реально дофига, но они еще и по крышам разбросаны. Вот мне интересно, вот будут на той крыше зомби или нет? Ну, их я не вижу пока что. Ну, он даже по той крыше ходит. Воу-воу-воу! Ай-яй-яй! Пошли нафиг! Так, застреливаем, отлично. Все, капец, что так быстро близко подходят? Так, а мне интересно, слушай, а если я возьму вот эту липучку-бомбу, сейчас просто спущусь вниз и кину ее, короче, им. Мне вот интересно, что-нибудь произойдет вообще? Может, они сбегутся сюда вообще огромной толпой? Так, ну-ка давай. Давай вот туда закинем. И... На счет три. Бах! Вот так вот, блин. Так. Ну, что-то нет, не ожили. Не оживают они. Что-то как-то идут просто сами по себе такие гуляют. Окей, я понял. Так, ну, значит, да, ребятки. Я все-таки был прав касательно этой фигни. Да капец! Так, бежим. Ребят, ну, короче, все не очень на самом-то деле. Мне надо сейчас быстренько взять какое-нибудь оружие. Я что-то как-то с этим модом вообще не привык. Вот это вот... Панелька, она, ребят, реально все портит. Я не могу оружие нормально взять в руки. Где вообще наш ствол-то? Heavy Snipers. Вообще ничего не вижу. Ну вот тут, давай вот этот карабин райфл возьмем. Стандартный ствол, которым я обычно пользовался в выживаниях. Так, ну нормальный, да. Вот будем им отстреливать. Ой, все такие на меня внимание обратили. Нормас, да? Такие просто переглянулись, типа, что за фигня, кто тут отстреливается? Пошел! Да капец, как они сзади-то подходят, блин. Да блин, они вот быстрые, ребята, я вообще не привык. Я уже отвык от такой быстроты после Simple Zombie. Это, конечно, ребята, просто небольшой такой хардкорчик, знаете. ХП у меня уже, конечно, меньше. Так, ладно. Эти зомби, кстати, еще, чтобы вы понимали, умеют лазить. Да, по домам там, по стенам. Ну, то есть по домам, в смысле, по лестнице. Вот такие вот проблемки, ребята, небольшие тоже. А, то есть в случае чего, если я решу от них спрятаться где-то на доме, они смогут просто залезть наверх. Я могу этот момент просто профукать, и мне будет уже не очень хорошо, как говорится. Потому что они нападают, если вот они нападут втроем, вчетвером, да, сразу же, то, конечно, пережить это будет достаточно сложно. Так, да мне почему-то кажется, что сзади кто-то меня есть, блин. Они мне создали эту шизофрению, блин. Я теперь не знаю, что... Вот они, кстати, смотрите, они не кончаются. Они реально, ребят, постоянно спавнятся. В принципе, я так понимаю, что в долгосрочной перспективе мы с вами, вероятнее всего, погибнем. Как бы грустно мне это не было признавать. Потому что рано или поздно все-таки закончатся у нас патроны. 100% закончатся, неважно, сколько их там будет. Нам нужно просто будет идти искать новые патрончики. А чтобы их залутать, нужно ездить в различные места. Я знаю, конечно, эти места, где они находятся, но... Конечно, ехать до них очень долго. Так, ну вот, я думаю, что в этой винтовочке скоро патроны точно закончатся, и все. Придется брать оружие дальше. Давайте, короче, забежим в бункер, ребята. Я вам его так шибко-то и не показал. Кстати, место реально прикольное. Сейчас мы с вами сделаем следующее. Нам нужно с вами подобрать здесь немножко ресурсов. Не обращайте внимания на эти коробки. Это я раньше раскидывал. Здесь все мои ресурсы, типа, да, я их копил как бы. Ну, такие дела. Но мне нужна вот эта коробка. Она должна быть вроде как с едой. Так. Давай посмотрим. Вот, да, все. Отлично, блин, отлично, ребята. Все, мы нашли с вами еду. Это шикардос. Так, вот это еще поедим. А то я уже начинаю потихонечку отъезжать от голода, наверное, да. Вот это все, ребята, лежит у меня, конечно, оружие. Вот это тоже мы с вами возьмем. Там тоже должна быть еда. Но это оружие, типа, я брать не буду, потому что, ну, без патронов. Как бы я его выкидывал там. Ну-ка, есть, конечно, некоторые вещи, которые нормальные. Ой-ой-ой-ой, а вы что пробегаете-то? Что за фигня происходит? Пацаны, вы что не держите? Ну это вообще так-то не очень было. Они, кстати, могут умереть, эти чуваки. Если зомби реально забегут, то они могут столпиться. Раньше у меня была такая проблема, что зомби просто столпились у стенки, и потом все забегали внутрь. Вот это была реально огромная проблема. Сейчас они, как видите, так не делают. Может быть, потому что здесь у нас меньше обороны, и все-таки они как-то рассасываются. Даже по одному просто проходят вовнутрь, и от этого немножко полегче становится. Раньше-то просто они там скопятся, все тачку отодвинут мою, которая стояла на входе. И все, и заходили, короче, внутрь, и было не очень-то и хорошо, честно говоря. Ну, чё, короче, в принципе, знаете, что я сейчас понимаю? Вероятнее всего, в долгосрочной перспективе, ребят, реально нам не выжить. Ну, просто потому, что зомби здесь спавнятся постоянно. Вот вы видите, да, что их меньше как бы то ни становится. То есть они спавнятся на тех улицах, бегут вот с этой стороны. Они будут спавниться вообще, в принципе, всегда. То есть это вообще, можно сказать, бесконечный источник зомби.
Вот такие дела. Еще и на крыше стопудово заспавнились. Ну, конечно, конечно, на крыше их, ребята, просто самый настоящий апокалипсис, как говорится. Вот и что мне с вами делать, чуваки? Вы что, издеваетесь надо мной? Вот почему вы так скопились здесь? Вы, вот лучше бы вы были внизу. Ой-ой-ой, а тут вот сейчас на крыше попробую их всех убить, да? Попробую эту крышу зачистить. Вот, допустим, надо нам что-то с этой крыши, там, какую-нибудь антенну починить или вот эту. Ой-ой-ой, нет! Нет, нет, вставай! Ой-ой-ой-ой! Так, спокойно, надо починить какую-нибудь антенну или солнечную батарею. А все, тут зомби, просто капец. Они все тут скопились. Так, давай-давай-давай, спокойненько, ребята, убиваем их сейчас, короче, всех. Ой, блин, ну вот тяжело в голову попадать, конечно. Капец, а вы сейчас так много-то вас. Они сейчас еще и сверху, наверное, падать будут. Или спустятся с той стороны, скорее всего, спустятся все-таки. Я не думаю, что они такие тупые. Так, ну что, ну что, есть кто-нибудь? Ой-ой-ой-ой, да, как я, в принципе, и думал. Кстати, хп у меня уже реально немного. Ребят, я думал, что будет маленько побольше хп под конец ролика, но нифига. Они меня реально пару раз ударили. Причем ударили так хорошенько. Вот это, которое меня побило в конце, это вообще было нормально. Так-то цепочки мне отбило. Так, ну окей. Короче, что я понимаю, ребята. В принципе, обороняться, ребята, здесь реально. То есть даже против такого количества зомби, как сделал я. Я их поставил здесь с этим модом, насколько я понял, вроде максимальное количество 500. Но, как вы видите, зомби здесь маленько посложнее, и их убить тяжелее, чем в том же самом Simple Zombie. Там они просто медленно идут, изредка попадаются бегающие, да и, в принципе, появляются лаги. Нужно будет поработать над самим скриптом, ребята, я это сделаю. Попробую, во всяком случае, поиграться с настроечками, чтобы не было сильных пролагиваний и увеличить количество зомби. И, кстати, напишите, какой мод вам нравится больше, этот или тот, с которым я играю обычно. Это тоже, ребята, будет очень важно, потому что я хочу подобрать мод лучше для эксперимента. Я прям вижу, как зомби, кстати, спавнятся. Они так появляются по одному, понемножку, да, и потом их копится целая настоящая толпа. Ой, жесть, ой, жесть. Ну ладно, короче, друзья, давайте заканчивать на этом. Надеюсь, ролик вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, что досмотрели до конца. А с вами был я, Жека Гост. Всем удачи и до скорых встреч.